вот здесь уже звучало, но ее пели. Пел ее Виктор Попов. И я просто прочитаю, возможно, это не совпадет немножко с тем, как она исполнялась. В моем оригинальном, так сказать, прочтении оно звучало под названием «Магические числа». У Попова название другое. «Не горцуешь ты, как я на Пегасе. Все, что скажешь мне по нервам. Твой IQ, как у меня, в третьем классе. Может, даже во втором или в первом. Ты не в силах поддержать разговора, даже если он никчемный и жалкий, а как ляпнешь что-нибудь из фольклора. Вянут уши, как в пустыне фиалки. Ты не знаешь Уллиншпигеля, Тиля, и не смотришь фильмы Вендерса, Вима. Оттого нехватка вкуса и стиля, да и прочие проблемы, вестима. Но я все же угодил в эти сети, что по сути объясняется просто. Три числа мне всех дороже на свете. 90, 60, 90.